Следующей точкой визита заместителя председателя правительства страны Дмитрия Патрушева стал Сибирский федеральный университет. Вместе с главой края Михаилом Котюковым они обсудили проект создания студенческого городка. Планируется объединить возможности 4 красноярских вузов без их юридической интеграции. В частности, Сибирский федеральный, педагогический, медицинский, аграрный университеты, а также Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. При этом программы обучения в этих вузах должны формироваться под решение конкретных задач.